знают, что Мадонна тренируется с танцорами. И один из них, тренер Николь Винхофер, знает комплекс танцевальных упражнений, который, кстати, очень популярен среди тех, кто не любит делать серьезные тренировки, но при этом мечтает о красивом прессе. Поехали, понадобится всего лишь стул и коврик. Берем стул, наклоняем и опускаем колено в выпаде. Выполняем пульсирующее движение вверх-вниз. Можете делать похожее без упора на стул. Поочередно на каждую ногу по 8 раз. Встаньте на стул крепко, обхватите спинку. Боковые махи ногами прокачивают мышцы бедер и ягодиц. Удерживайте себя на стуле надежно, чтобы не упасть. Таких киков или махов нужно сделать 32 раза. Планка с отведением ног выполняется для пресса и косых мышц. Также работают ягодицы. Примите позу планки, держите спину без прогибов поясницы. Поочередно выполните по 32 таких повтора. Ягодицы и внутренняя поверхность бедер прокачиваются вот так. Упор и вращение ногой нужно выполнить также 32 раза. Упражнение «Сели-встали» прокачивает косые и пресс. Тут все просто, важно лишь концентрировать работу на этих зонах. Такое же упражнение можно сделать на коврике, называется «Russian Twist». А вот и мостик на одной ноге. Работают мышцы ягодиц и бедер. Кстати, любые ягодичные мостики отлично прокачивают тулы. Главное сделать не менее 24 повторов. Что ж, вы видите, что комплекс танцевальных упражнений от Николь Винхофер очень зажигательный. Главное делать с хорошим настроением, конечно же, под музыку. Можно включить треки самой Мадонны, они, как правило, подходят под любую тренировку.